Сегодня мы испечем торт «Трухлявый пень» с вареньем. Нам понадобится 2 яйца, стакан сахара. Это все нам нужно перемешать до растворения сахара, до белой пены. В отдельную емкость выливаем стакан кефира. Добавляем 1,5 чайных ложки соды. Хорошо перемешиваем и даем кефиру настояться, чтобы сода у нас поработала. Должна пойти пенка. В яйца добавляем варенье, стакан. Варенье можно взять любое, абсолютно любое. У меня это будет варенье из крыжовника. Вы берете то, которое у вас есть, которое вы любите. Все, у нас кефир постоял. Он стал такой воздушный. И теперь сюда добавляем вот эту вот массу. Все хорошо перемешиваем и вводим муку. Муки потребуется 1,5 стакана. Обязательно просеиваем и все хорошо перемешиваем, чтобы не было никаких комочков. Тем временем у нас разогревается духовка на 180 градусов. Видите, какое получается тесто? Оно такое воздушное. Далее переливаем тесто в форму. Можно разделить на 2 коржа, но я все буду выпекать одним коржом в одной форме. Форму слегка встряхиваем, чтобы у нас все пузырьки вышли наверх. Так, девочки, пирог готов, тортик наш. Сейчас он постоит, остынет. И я его буду доставать из формы. Он очень такой нежный, видите, он воздушный прямо. И внутри он будет влажный, потому что там варенье. Он будет очень вкусный. Это уже второй пирог. Первый пирог мы уже попробовали. Второй вот один дома, один мужу отправлю. Вот я вам покажу сейчас в разрезе. Это вот мы пробовали. Вот такой он в разрезе, влажненький, очень вкусный. Я еще сверху взбитой сметанкой полила. Он вообще очень-очень вкусненький. Попробуйте дома к чаю. Девочки, взялась я вязать домик котику своему. Смотрите, вообще, как бы я-то вязать умею, но я уже как бы подзабыла все вот эти вот правильные названия. Там, без накида, с накидом. Ну да ладно, смотрите, я взяла вот такое вот кольцо из проволоки, сделала. Можно взять пяльцы, если у кого есть, но пяльцы они 25 сантиметров диаметром, пластиковые. Я взяла, у меня получилось 20 сантиметров в диаметре. В принципе, это вполне нормальное отверстие для того, чтобы пройти хоть даже взрослому коту. Обмотала проволоку малярным скотчем, ну, чтобы она не пачкалась и, ну, так более эстетично. И полностью обвязываю по кругу столбик без накида. Значит, вот так это я делаю. Ну, вот это вот, этот кончик я сюда вот ввязываю, я его спрячу, его будет не видно. Вот так вот аккуратненько все обвязываем. Неудобно мне немножко на камеру. И вот таким образом до самого конца хвостик подтягиваю, чтобы ровненько он там лежал, нигде не морщился, не горбился. И вот так по кругу все обвязываем. Так, девочки, вот у меня уже четвертый ряд. Вяжу четвертый ряд. И так мы вяжем столбик без накида по спирали, по кругу.
Вот так же обвязываем. Но у меня вот здесь получилось немножко неровно. Смотрите, сейчас покажу. Видите, вот здесь потоньше, а здесь потолще. Потому что здесь у меня я скрепляла проволоку. Ну и, естественно, этот край по... Но это ничего страшного. И вот он уже начинает у меня закругляться, наш домик. Ну, потом мы его вывернем в обратную сторону. Ну, вот так, пока вот так. Да, он выворачивается. Ну, в любом случае, вот уже что-то вырисовывается. Ну, вообще, в принципе, надо рядов 20, но это на диаметр 25, на диаметр окна. Ну, посмотрим, сколько у меня будет рядов. Я потом вам скажу, сколько рядов я провязала и сколько у меня получается. Вот. Девочки, вот такой вот у меня домик окон получился. Так, ну, начало я вам показала, потом уже не стала показывать. Смотрите, провязывала я ряды, и я, честно, как бы, по-моему, 16 рядов у меня. И потом пошла на уменьшение, убавляла петли. То есть разделила на 8 равных частей с помощью этих зажимчиков для штор, отметила, где будет это дело все. И последние 2 петли каждого вот этого отсека провязывала в одну петлю. Обычный, просто столбик без накида обычный. Последние 2 петли в одну петлю провязывала. Все. И потом, когда осталось уже по одной петельке, просто стянула ниткой петли. Вот так получилось. Хвостик этот оставила, завязала здесь. Будет как хвостик. И связала ушки. Ну, как-то куца было. И связала вот ушки. Ниток вот только-только ушло. Даже вот пришить не хватило. Пришлось пришить джутом, чтобы крепко была. Эту вот как раз на нитке пришила. Ну, да ладно. Как уж получилось. Ну, ему нравится. Он сам туда заходит, ложится. Тебе нравится? Нравится тебе, Марсель? Да? Нравится? Единственное, да, я первый раз вязала. Смотрите, у меня какой косяк произошел. Вот здесь вот получается шире, да? И вот здесь немножко. Ну, здесь начало вязки было, и я здесь слабо петли делала. Видите, они тут прям слабенькие. Поэтому, а здесь уже плотненько получилось. Ну, ладно, ничего страшного. Я думаю, первый раз... Ничего такого. Тем более, руки уже как бы подзабыли, как вязать это. Я все, можно сказать, вспоминала. А здесь тоже поплотнее нужно было, потому что здесь стык проволоки, вот этот, где я проматывала его скотчем малярным. И получилось, что здесь и без того утолщение было, и слабовато вот ниточки натянула здесь. Ну, ничего страшного. В принципе, хорошо. Ему нравится, красиво, пусть... Пусть он здесь тусуется. Ну, такой вот. Давайте сбоку покажу. Вот так это дело выглядит. Ну, хвостик можно, конечно, и большой приделать. Кому как можно вообще не делать. Просто нитка оставалась. Я ее и здесь приспособила. Вот так. Вот так получилось. Пишите, девчонки, нравится вам, не нравится. Хорошо получилось. Или не очень. За 2 дня. 2 дня у меня. Ну, не 2, наверное, дня. Ну, вот первый, ну, можно сказать, вечер я вязала. И 2 вечера, короче, вот. Вот так вот. Я тут пеку блинчики. Буду делать фаршированные блины с картошечкой. И хочу еще сделать, я из слоеное тесто, такие конвертики с... Как она? Ну, конвертики, наверное, с пюре и с сосисочкой внутри. Вот сейчас блинчики напеку, поставлю варить картошку, сало пережарю, с луком туда добавлю и буду фаршировать блиночки. Вот я нафаршировала блинчиков. Вот у меня картошечка с сальцом, с лучком. И 2. 1 съели, вот 2, 3 лежат еще так съесть. И сейчас буду делать слойки с картошкой, с сосиской. Куда я столько много делаю, я сегодня в ночь в город поеду. Муж проездом будет в городе, и вот ему
увезу в гостиницу. Всем доброе утро. Я буду краситься и заодно поболтаю с вами. Как я говорила, что сегодня нужно мне ехать в Омск. Я собираюсь как раз вот. Еду я не просто так, еду по делам. У меня получается муж проездом в Омске. Надо ему увезти вкусняшки передать, которые вчера готовили. И мне надо забрать карту. У меня закончился срок действия карты, заканчивается. И нужно забрать карту. Так что, ну, там надо будет заехать корм собаке заодно купить. И так, по делам, короче, по пути сразу дела кое-какие порешать там. Вот. Я нанесла сыворотку. А, кстати, девочки, что я вчера делала? Вчера, короче, у нас такая ситуация. У нас как раз получается, надо было завтра ставить прививку. Я договорилась у нас в ветстанции, что нам поставят прививку Марселю. Ну, это уже ревакцинация будет. Но у меня не получается, ну, так вот сложилась ситуация, что не получается у меня попасть на прививку, чтобы нам не пропустить сроки. В понедельник уже будет поздно, поэтому я вчера сделала сама ему прививку. Ой, конечно, страшно было, руки тряслись, но ничего, сделала, нормально. Все нормально, он себя хорошо чувствует. Ну вот первый раз мы ставили, когда вакцинация была, у нас, да, у него и как-то он и кушал не так хорошо, и немножко активность у него понизилась. Ну вот, а на ревакцинацию уже у нас все в порядке, все хорошо. Чувствует себя прекрасно. Играет, кушает, спит. Ну, все как обычно. Так что боялась, конечно, ужасно, но мне врач-то показывал, куда он делал прививку, как и что. Ну, ничего. Быстро это все сделалось. Так, наношу я бибишку. У меня крем 5 в одном с люмисферами для лица. Вот такой вот от Витекс. Наношу руками. Если наносить эту бибишку влажным спонжем, она финиш даст такой, знаете, блестящий, лицо будет блестеть. А тут такие микро-микро-микро-микро-микро такие мелкий шиммер. А вот ручками, если, то дает матовый эффект. Матовый финиш. И нормально. Заморозит. У нас уже третий день, минус 20, минус 21. Как бы прохладненько. То тепло было, минус 3, то минус 20. Вообще, это температура, перепады. Просто ужас. Так, что? Бровки нужно оформить. Бровки оформляю как? Карандашик у меня вот этот. Карандашиком прорисую недостающие волосочки. У меня тут есть проплешины, девчонки. После... Там Марсель скребется у меня. После татуажа вот эта вот бровь у меня была идеальная. Волосок к волоску. Ну, вот здесь были проплешины на этой брови. А после татуажа, ну, я давно делала, уже больше 10 лет назад. Мне обещали в течение 3 лет все это дело у меня сойдет. Ну, ни хрена. Ничего это не сошло. До сих пор еще есть. И причем... Но было сделано, скажем так, не совсем качественно. Вот. И у меня теперь после татуажа вот эта бровь стала вся в проплешинах. Ну и вот здесь, соответственно, ну, лучше ситуация не справилась, расти не стала, только ухудшилась на хорошей брови, скажем так. Вот такой вот щеточкой, ну, разовая щеточка обычная, прочешу. Гель для бровей, он уже от карандаша закрасился. Это у меня от Lovely гель. Вот я неправильно сделала, но сначала мне гелем все прочесать против роста бровей.
а потом уже карандашиком прорисовать. Так, дальше что мы делаем? Девочки, а теперь все просто. Теперь нам понадобится всего лишь одна вот эта скульптурирующая палетка. Все. Здесь есть все, что... Куда ты хочешь? Что ты хочешь? Все, что нужно и не нужно, все тут есть. Так, у меня скульптор уже вон до дырочки дотерла его. Значит, что я делаю? Скульптором сделаем глазки. Мне не надо какой-то там ядерный макияж. Просто легкий дневной макияж. Простите, что не в камеру это делаю, потому что мне не видно. Хоть я не знаю, у меня здесь освещение, у меня здесь две большие лампы. У меня включена кольцевая лампа, у меня включено зеркало, подсветка. И все равно как-то в камере, для камеры не хватает. Куда ты полез? Он уже в душевой кабине сидит. Просто по складочке вот так проношу все и растушевываю по всему веку. Все. Так. Вот такую тоненькую кисточку беру. Немножко набираю хайлайтер. И вот сюда под бровку. Для сияния немножко под бровку. И вот сюда. Вот буквально совсем вот остаточками. Дальше скульптурируем лицо. Набираю. Излишки стряхиваем. И, ну, уже видно по строению лица, где у нас впадина. И наношу вот именно в эту впадину, чтобы сделать тень. Слегка такими вбивающими движениями, а потом растушуем. Обязательно вот сюда по росту волос. И обязательно все это хорошо-хорошо растушевать, чтобы не было никаких пятен. То есть контуром рисуем вот так цифру 3. Ну, здесь я уже в последнюю очередь остатками промахиваю. Так, и нос. Нос. Прям вот по вот этому месту провожу и потом растушевываю. И обязательно я затемняю кончик, потому что у меня нос большой. Я слегка затушевываю, затемняю кончик. Нам осталось румяшки, хайлайтер, туши. Готовы. Вот эта кисть вообще суперская. И румяшечки. Я не наношу вот сюда, чтобы прям под, где яблочко. Просто вот слегка... Прям вот так вот, чтобы затушевать вместе с контуром. Просто со свежинки маленько придадим. Хайлайтер. Здесь хайлайтер такой, он, знаете, очень деликатный-деликатный. Вот у меня есть от Эстрады хайлайтер. Вот он более такое сияние, такое прям гладкое, ровное сияние дает. А этот совсем деликатный хайлайтер. Ну, он дает сияние, но вот он им... Ну, не переборщить. Если наносить кистью, он не так сияет. А вот если... Марсель, ты уронишь? Господи, ухо загнул. Ты что там делаешь?
А если наносить пальчиком, то пальчиком более такое яркое сияние будет. Немножко так, а что? Все, мне сюда больше не надо. Я не довожу до края носа, чтобы нос не казался такой длинный. Вот, только вот по спинке. Так, и все. И теперь беру вот эту большую кисть. Это не из набора, это отдельно я заказывала. Крутая кисточка. Она такая пушистая. Прям вот так вот. Чик. И погнали. Под Марсель, прекрати! Видите, что он делает? Он штатив мне шатает. И второй стороной. Под второй глазик. Ой, глазик под, на вторую щечку. Все. Еще я хочу немножечко серединку набрала. Вот здесь лоб немножко высветлить. Очень деликатное сияние, не переборщите с этим хайлайтером. Девчонки, если кто не пробовал и, ну, и хочет попробовать контурирование, но не знает, какой взять продукт, я вам прям советую вот этот от Stellery. Классная штука. Так, и вот сюда. Губку верхнюю. Прямо вот сюда. Маленько объемчика придадим. Все, нам осталась тушь. И помаду я уже нанесу в самом-самом конце перед выходом. Это Stellery. Крутецкая тушь. С одного слоя вот такое пахало. Кисточка мелкий-мелкий-мелкий. У нее вот такие вот ворсиночки. Она пластиковая. Не могу фокус словить. Тут столько света со всех сторон. Ну, классно. Сейчас увидите. Вот, смотрите. Нет ресниц. Сейчас я накрашу. Смотрите. Вот, без туши. Вот с тушью. Но у меня свои ресницы длинные, просто кончики светлые. Но в любом случае тушь это огонь. Она не течет, она не сыпется в течение дня. Смывается отлично на раз-два любым средством. Сейчас второй глазик накрашу, вернусь. Вот, девочки, два глаза накрасила. Посмотрите. До бровей. Короче, супер тушь. В Магнит Косметик ищите на скидках. Без скидки, конечно, 500 рублей почти. Но на скидках можно намного дешевле взять. Вот я выключила зеркало. Посмотрите эффект. Просто обалдеть. Все, девочки, я готова. Губки у меня вот этой вот матовой помадкой накрашены от Vivienne Sabo 218 номерок. Крутая помадка. С ума сходит. Так, сейчас.
хорошей девочкой. Пшикнусь. Ну, в принципе, вот. Я одела теплый костюм. Кстати, я вам его не показывала. Обалденный костюм. Он очень-очень теплый. У него вот прям такой начесик. Очень мягкий, такой приятный. Одену демисезонные кроссовочки белые. За рулем удобно в них ехать. И с собой возьму еще теплые зимние ботинки. Мало ли что на всякий случай. Так что вот так. Пойду сейчас принесу свой дорожный стакан из машины. Перелью кофе и... Поедем.